Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Star Wars Jedi Изгой 2. Итак, мы прилетели на планету. Давайте посмотрим, как это было. Мы основываемся на том, что ищем по указке мусоросжигателя, так скажем, мусорщика. Он нас направил по этому следу. Automated transport 1-138 on final approach to Kaon installation. Cortosis removal unit, please stand by to board transport ship. Affirmative, sir. Cortosis. Прибываем на базу. Где этот мусор, я не знаю, перерабатывается или как? Вот это в астероидах. Вот здесь все делишки-то происходят. Здесь не столько мусора, сколько всякой другой ерунды происходит. Так что время будет сейчас у нас повеселиться с вами на славу. Ну, поехали. А ты слышал последние новости? Ой-ой-ой. Тихо. Кто меня убил? Кто меня подбил? Вот так. Что этот ходит здесь? Тихо. Сейчас я вас всех перебью. Вот так. В голову. Все? Ну, как видно, все. Сейчас жизнь себе немножко подправим. Блин, все еще не могу на ходу пользоваться. Ладно, так, там у нас экран. Не можем. Здесь у нас дверь, мы не можем пока ее воспользоваться. Подправим жизни и вот так. Ну, кстати, нет, не получается. Вот здесь вот у нас немножко проблематично будет. Кайл? Скайуокер, что ты здесь делаешь? Ландо сказал мне, куда ты направился. Тогда почему ты не в долине джедаев? Я вернулся в долину прямо после того, как ты покинул Явин 4, Кайл. Десан. Следуй за мной, я знаю. Значит ли это, что у нас в руках новый император? Может быть хуже этого. Помнишь те эксперименты на Киджиме? С кристаллами Артусиана? Силой долины джедаев, пропущенной через те кристаллы, Десан добьется успеха в накачивании своих солдат силой. Ай, Сид спит. Я думал, что загнал одного из них в Беспина. Они все еще в долине? Больше нет. Я ухитрился раскидать Десан и его войска возрожденных, и эскадрилья бродяг отогнала свои корабли. Теперь долина надежно закрыта. Но мы не знаем, скольким солдатам Десана удалось получить силу, пока мы добрались туда. Это могут быть единицы, но могут быть и тысячи. И да, все они получат, но у нас преимущество благодаря нашей силы, тренировке и дисциплине. Берегись! Берегись. Похоже, ну что? Ой-ой-ой. Я-то думал, что-то серьезное случилось. Где второй? Не. Так, нормально. Опаньки. Смотрите, а я здоровый стал. Здоровее здорового. Так. Против, давай, беги. А, кстати. Да, джедаи. Джедаи. Твои усилия тщетны. Я не понял. Да. Вот я его убил. Спокойно и легко, непринужденно. Второго. Ого, свой меч потерял. Придурок. Ну давай, последний. Ух ты, это что такое? Люк мертв.
На, ты меня-то зачем бьешь? Идиот. В тебе что-то изменилось. Ты кажешься менее злым. Возможно. Существует возможность, что Джен еще жива и находится на Думгивере. Иногда даже небольшой надежды достаточно, чтобы победить темную сторону, Кайл. Слушай, Скайуокер, здесь замешано даже больше, чем ты думаешь. Десант работает с ученым оставшихся по имени Галак Фиар. Они провозят сюда с Беспина контрабанды что-то под названием картосис. Проклятие! Это не очень хорошо. Почему? Ну, картосис — это редкий минерал, который отражает световые мечи. Превосходно. Я попытаюсь разузнать, что они делают с картосисом. Ты найдешь Думгивера. Если ты столкнешься с Десаном, не пытайся взять его в одиночку. Теперь, когда он в долине джедаев, он стал более могущественным, чем раньше. Не волнуйся, я пока не совсем сошел с ума. Да пребудет с тобой сила, Кайл. Итак, он ушел, меня оставил. Да, с тобой тоже, Люк. Как он сюда попал, мы можем смотреть на предыдущем видео. Вау, кровище. Вы могли смотреть на предыдущем видео, где корабль за нами отправился в путь. Так, и нам сейчас куда-то надо сюда. Это... Слышал, что произошло? Сначала мне нужно подключить питание сюда. О! Ну-ка. Мне туда не надо, значит. А, точно, я же знаю, как можно это все обыграть. Так, он туда. Как мне запрыгнуть туда? А мне туда, как Люку в Скайуокеру, не запрыгнуть. Сколько не пытайся. Хотя, смотрите, приколюху. Ух, это могу разбить нахрен. Ладно. Давайте вернемся туда, где все началось. Мины мне такие нужны будут? Ну, наверное. Давайте. Видел что-нибудь? Так. Минутку. Я уж не помню, где мы были, где не были. Так. Нет. Противник! Здесь-то мы точно не были. Где вы все? Я не в курсе, сэр! Открыть огонь! Я что-то слышал! Вот так. Всех убили, всех побили. Подключаем питание. А, нет, мы всех их... космос отправили. Точно, мы всех их в космос отправили. Так, пол дела сделано. Лифты заработали. Штука какая-то. А, это пушка. Пушка есть. Еще один лифт заработал. Все, можно идти туда пока что. Так, я уж не помню. Зачем? Ты сможешь обойти? Конечно. Но, а я что, тебя убил? Случайно, извини. А я пока еще не могу так прикрываться за тобой. Они бегут! На. Где еще один? На. На. Ну вот, вот так легко и просто, непринужденно. Блин. Не помню, где мы были. Так, мы вот сюда ходили. Вот сюда. Сюда нет, не можем. Оттуда мы пришли. Но у нас один путь сюда.
Вот сюда. А, вот, где мы были. Да. Да. Вот так. Легко и непринужденно. Давайте осмотримся. Здесь еще вот дверь. А, это тоже туда ведет. Если я не ошибаюсь. Ой, а это-то куда? А это пока заперто, хорошо. Людей здесь уже нету, как видите. Это их в космос утащили. Лифты мы с вами погрузили. Где у нас? Нет, так не пойдет. Давайте-ка я лучше возьму этот. У меня есть вот этот, он более точно бьет. Вот и все. Вон второй стоит. Вот так. Все, бамк. Он себе, наверное, шею еще сломал. Но это так, в довесочек. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну можете хотеть, хотите, кто-то может это хочет устроить бойню и может. Блин, не успел. Ладно. Давай. Вызываем лифт. Кто-то хочет бойню устроить, может вот. Пожалуйста, сесть, успеть на пушку и па-па-па-па-па всех расстрелять. Ну, вот сейчас, кстати, может быть, у меня-то и будет. Не может быть все так легко и просто. Да. Зарубили. Все хорошо? Все отлично. Так, используем вот это. Ничего не произошло. Ладно, смотрим причину, почему у нас ничего не произошло. Так. Ты слышал? Конечно слышал, там уже война вовсю идет. Открыли эту дверь. Давайте посмотрим, что за ней. Опаньки, вниз. Так. Не понял. Ну, блин, там в одной дверь выбирать, в другой открывать, что ли? Так, что ли, вы думаете? То есть на одной площадке я выбираю дверь, какую мне надо открыть, а второй площадке я открываю ту самую дверь. О, кстати, ну-ка минуточку. Вот здесь вот я не был ни разу. Ни разу здесь вот не был, кстати. Ничего тут нет такого. Нет ничего. Так, мы выбрали дверь. Пойдемте откроем. Сию дверь. Это у нас не тот. Не тот. Давайте посмотрим, что у нас в центре творится. А, надо закрыть. Или как? Закрывается. Идем выбирать следующий. Вот этот давайте посмотрим. Нет. Не могу. Что это у нас? Тоже транспортник. Нет, это не тот. Это там, где мы вот оказались, там, где мы с Люком. Значит, надо да, вот третью дверь. Закрывай. Давайте.
Пойдем переключим на третью дверку. Быстрее. Вот. Вот она дверь, которая нам нужна. Открываем ее. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я хоть открыл ее? Вот то, что нам надо. Вот тот корабль нам нужен. Но для начала, я думаю, броню себе немножко подправлю. Это недалеко. И сюда. Сюда, сюда, нет? Нет, вроде не сюда, он в той штукенце. Вот здесь. За поворотом. Тут кровище такое чувство, как будто насорали. Ощущение у меня такое. Так, бомба. Я не понял, а где у меня тут штука-то была? Эй! Эй! Броня! Дайте мне брони-то. Где я заправлялся-то броней? Точно не тут. Блин. В этих ваших катакомбах хрен разберешься. Я вот. Так. Это прямо. Это туда. Это сюда. Проходим. Сюда и вот здесь. Вот здесь. Будет, наверное, вот здесь заправлялся там броней. Зачем мне броня? Ну извините, потому что я хочу быть в безопасности. Вот. Так, броня есть, лифты включены. Оружие есть. Идем. Мы готовы, потому что нам придется ползать очень много. Проходим, не стесняемся. А почему? Потому что гладиолус. Блин, я думал, все время открыто будет, ладно. Эй, я-то думал, все время открыто будет. Открыл один раз, и все, оно, кажется, временно открыло, и все, и закрыло. Хорошо. Так, нет, нет, чуть не на ту кнопку нажал. Пока я спускаюсь на лифте, вы можете ставить свои лайки, оставлять комментарии, будьте подписываться готовы на мой канал. Дайте здание. Дайте здание. Ну вот так. Куда? Вот видите. А говорите, зря броню брал. Где? Кто-то по мне хреначит. Да. Броню мне так просто никто здесь не предоставит. Так что будьте любезны. Броня. Сюда. Да давай, сюда. Открывайте. Вот так. Ты как-то, не знаю, какой-то псих, что ли? Как тебя еще назвать-то? Что это было? Вот так. Вот теперь наша информация обновилась. Так, найдите выход из ангара. Нашли, найдите корабль Галака Думгивер. Хорошо. Так. Ну тут, по-моему, кстати, один путь-то вот. Больше пути-то нет. Нет пути назад. Для безумца. А, вот. Все. Вот он. Жечь их. Yeah.
вот так. Я его зарубил. Кстати, ну-ка посмотрим. Вот теперь, видите, могу менять. Так у меня мощность меньше, но зато скорость быстрее. Так, мощность средняя, там еще красный будет потом. Мощность высокая, но скорость медленная. Так что все как в жизни. Так. Куда она? Вот сюда. Тут один вход. Больше нету. Поэтому не беспокойтесь, заблудиться здесь очень трудно. Ползем. Эта бластерная винтовка очень пригодится. Шахта работает отлично. Когда вы найдете бластерные обоймы, то станете опасны. В чем отличие? Пули ты делаешь всех. Я что-то слышу. Что это? Вот так. Это я. А ты кого-то другого хотел увидеть? Так, все. Ты слышал? Добей! Да. Спокойно. Тут какой-то еще другой, как я понимаю, вход был. Но я им не воспользовался. Ладно. Неплохо сработал. Что он там сказал, мы бы супер, да, там? Так, это я что-то сделал. В любом случае, это надо было нажать. Это я тоже нажму. Вот так. Здесь я что-то сниму. Не понимаю, что я творю. Противник! Я. Тебе тоже что-нибудь отрезать? Шею свернул, нет? Ой, что я сделал, не знаю. Ой, мне туда. Мне туда. Так, а я должен был посюда вот прийти, что ли? Куда эта дорога меня ведет? Ну вот. Здесь мы были. Противник. Да. Теперь мы можем спокойненько лазить по этим ящикам. Так, у меня все есть? У меня все есть. Блин, я даже не знаю. Отключено. Ничего не надо. А, пушки отключил. Значит, вот я что там отключал. Так, мне сюда надо. Но вначале я хочу посмотреть, есть ли тут где-нибудь. Вот. Вот. Ну. Тихо. Вот он шарик. Первый шарик. Это мой помощник. Он может отстреливаться. Итак, все у нас есть. Вверх, вниз. Блин. Так. Ну, вниз-то навряд ли. Вот. Вот куда мне надо. Стоп. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не так, не так. Так, а куда мне надо было? Нет, не так. Вниз мне надо? Нет, и вниз мне не надо. Поэтому заходим внутрь, иначе нам дверь не откроют. Ай-яй-яй. Что-то я не понял. Мне не открыли дверь.
Так, ну-ка, давайте-ка еще раз посмотрим. Ой, что-то я поди не то как-то воспринимаю. Это вот отсюда я сюда попал. И по теории вот эта дверь должна открываться. Ну раз она не открылась, значит... Значит, где-то что-то не так. Смотрим. Что мы видим? Не вижу. Вы что-нибудь видите? Так. Вот здесь внизу-то точно не оно. Ну-ка, давайте оглядимся. Вот он. Коридор, куда мне надо было. Фух. Так и не заметишь. А на скорости вот, хоп-хоп, огляделись. И увидели его. Так, мне куда? Наверх, наверное, надо. Или вниз. Думаю, все-таки наверх. Давайте сверху начнем. Здесь-то уж точно. Вот он едет, лифт. Давай. Ты вообще, что вы ездите туда-сюда и никого не возите, главное? Нет, наверху мне делать нечего. Ладно, едем вниз. Где я спустился? Нет, нет, нет. Блин. Стало-то еще так все хорошо получилось вроде. Вот сюда должен развернуться, я так думаю. Правильно? Где? Нет, не так. Нет, не так. Надо слегка, наверное, зайти. Ой-ой-ой-ой. Немножко это как бы сложновато на этот маленький отросточек туда попасть. Вот так. Прыжок. Вот так. Теперь куда? Ну то, что туда, понятно. Опять лифт. Вверх или вниз? Вверх или вниз? Ну подскажите кто-нибудь. Давай. Вообще вот сюда. Да ё-моё. Падай. Да. Чё? А, вот. Статистика уровня, так, убита. Скорость. Зачек. Ух ты. Не-не-не-не-не. Что делает этот дроид? Да. Ой-ой-ой. Еще разок. В себя. Еще разок, еще. Сам себя убьешь, дебил. На, все-таки убил. Ах ты, падла. На. Все. Так, теперь пушки. Ой, ой, ой. Против лазерного-то меча. Ну куда вы? Так, ты меня не пустишь, правильно? Но! Не забывайте про вот эту штучку.
Да. Чё? Подумался, решил исправить свою ошибку? Поздно. Я уже здесь. Почему вы отстали? Я только что вернулся из ужасного места. Открыть огонь. Да. Да. Вот теперь у меня самое хреновое начинается. Да. И тут уж ничего не поделаешь. Так, куда это меня привела тропинка? Ага. Нет, давайте-ка сначала вот сюда сходим. Вот на эту площадку. Да. И что мы тут можем сделать? Ничего, да? Подожди, нет, нет, смотрите. А, вот. Она, может, это и надо было сделать. Не могу вам точно сказать, надо нам это или не надо. Поэтому каждый будет решать для себя. Ну или потом узнаем. И, о, нет. Они не могли далеко уйти. Да не могли, не могли. Я, например, вообще здесь. На. На. Вот и все. Так, я отсюда вышел. Не надо мне тут, ля-ля. Господи, энергию. В каком-то веке она мне пригодилась. Куда ты побежал? Нет, это не разбивается. Так, это тоже не расходит. Вот есть какие-нибудь ключи, нет? Нету. А, кстати, имперский ключ я взял. Давайте-ка откроем. Броня. Ладно, может потом в дальнейшем мне пригодится. Так, не угадал, да? Не угадал. Так. Что-то я не догоняю. Мне что-то сделать надо? Или чё? Ладно, давайте вот так попробуем. Да нет, не сюда, не сюда, вот сюда. Нет, с отсюда не допрыгнуть. Вот отсюда допрыгнуть. Должен быть способ выбраться оттуда. Да я знаю, что должен быть способ. Вот так. Вот так. А мне сюда надо вроде, посмотрите-ка. Вон видите там решетку. Так. Кстати, наверху там на тех решетках так и не побывали. Я не провел вас на той карте. Ладно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все побили, все разбили. Штука не очень нежный, но кажется, что он выполнил какое-то задание. Ну ничего страшного, так штуку мы. Ого. Блин. Прыгайте осторожней. Давайте посмотрим, что у меня есть. У меня есть вот такая штука, которая, как она называется? Голландский флетчет. Так. Это что? Нет, это не то. Этот
Имперский тяжелый репитер. Нет, у меня ракетницы нет. А жаль. Сжечь их. Да, сжечь их. Кого ты собрался сжечь? Ты можешь обойти. Обойдем. Ой-ой-ой-ой. Даже не знаю, стоит ли вам показывать этот, как стрелять то или иное оружие. Давайте посмотрим. На. Бомбой. Ну, вот так вот. Либо так, бомбой. Неплохо. Вот взял это оружие. У меня тут какие-нибудь есть примочки, заначки. Выгода моя есть здесь обитать с вами? Нету. Ладно. Да тихо ты. Кстати, по стене иной раз можно пройти. Нам нужна ремонтная команда. Да, сэр. Будьте готовы. Вот так, и остался всего один. Один остался. Да. Вот так вот. В следующий раз другим оружием попробуем повоевать. Так. Он уже сот. Да, я знаю. На неприятности. Мне скоро к вам идти. Так, ага, это неразбиваемое. Так, что у нас здесь? Имеется оружие, оружие, оружие. С каким оружием вы на меня нападаете? Вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет? Нет. Сохраняемся. Так? С каким оружием мы были сейчас? Вот с этим. Это на 6. Осталось на 8. Продемонстрировать. Хорошо. Открыть огонь! Все наэлектризовано. Кто-то добрался до энергетического терминала. На. Все. Контрольная точка. Я жив-здоров. У меня все хорошо. Так, это я здесь был. Был? А, да, вот я сюда запрыгивал, не мог, дверь сломал. Так. Теперь мне, значит, сюда. Меня там ждет джедай. Поджидает. Да? Ой, ой. Видели? Он сгорел. Так, ладно. Понятно. Это какой-то дробовик вихрь. Ой. Давайте-ка вот так. Я его проще убью. Нет, это кто-то меня там хреначит. О, ой, нет. Мы не оттуда даже начинаем. Ага, еще и мне закинул. Ow!
Вот так. Бомбы бухнули. Давай. Все. Теперь думаем. Тут молнии. Как он стоял, непонятно. Может, их как-то и можно отключить, но я не знаю. Так. Смотрим, как это можно обойти. Так. Можно пропрыгать. А как можно? Нам нужно пропрыгать. И сюда. Тихо, 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 тихо. Не спешим. Не спешим. Каждый прыжок может быть для нас последний. Вот так. Сюда? Куда? Блин. Что-то должно быть. Так. И сюда. Нет? Я прав? Не прав? Нет, я не прав был. Я ошибся. Нам надо. А куда надо? Подождите. Идет ток. Мы эту штуку, кстати, уже делали. Если мы туда. Нам надо лифт. А как нам лифт? Надо убрать ток. Вот. Вот так. Убираем. Здесь, где-то здесь надо убрать его. Правильно? Не совсем. Не совсем. Да. Ну вот. Вот я вышел. Куда мне и надо было. Нет, назад. Я не хочу так бесславно умереть. Смотрим, что у нас. Еще один шар. Оружие. О, восполним то, что как раз боезапас, который мы потратили. Отключаем все, что есть. Не знаю, правда, зачем, для чего. Вроде да, отключили электричество-то. Кто? Кто где? Куда? Вниз. Ну, сервис. Так, а мне надо вниз? Мне надо вниз. Точно? Я сейчас не могу сказать, куда мне надо. Может, это все обман? Нет. Вот эта штука, наверное, откроется. Правильно. Вау. Так. И... продолжаем наше веселое путешествие. Так, на 8. Противник! Противник! Во-во-во-во! Нет. Так не пойдет. Противник! Ай-яй-яй! Еще. Куда ты убежал? Стой, стой. Почему так тихо? Будьте готовы. Будьте готовы, вам сказали, ты не готов. Вот так вот. И верь людям потом. А хотя ты не человек, ты же клон. Или клоун. Как тебе проще там? Клон, клон. Так, пойдемте. Нас ждут великие дела. Опа! Блин.
Не понял. А, все понял. У меня дверью доломало. Так. Перепрыгнуть, может быть. Или проползти под ними. О. Прополз. Взял шарик. Так. Сейчас главное, чтобы ко мне не пришли. Кстати, похоже, комната в подобной мы уже были. Сюда. Так. Робота не стали уничтожать. Вот он ты. Да. Первый есть. Да, еще разок. Все, отрубили ему руки, ножки. Вот так вот. Все ему порезали. Завалю, падла. Ну и завалил. Мы вышли из дверей. Теперь сюда направимся. Направим свои стопы. Ой. Так, где у нас? Вон нам вот это надо будет. Вот это, наверное, вот это надо будет. И... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как-то не так маленько, подождите. Так, вроде все, да? Я его загасил. Его, их. Так. Собираем жизни. Есть здесь еще жизнь? Собираем. Подзаправился. Сюда. Нифига не сюда. Блин, я боюсь даже, куда вот он. Секретная область. Опаньки, я взял. Броню свою восполню. Ну, жизни сейчас без проблем. И вот я опять стопроцентный. Ага. Не получилось меня изничтожить. Лошары. Блин, тут коридор будет сейчас. Ты пожалеешь. На. Я пожалел, да. Надо найти бластер. По башке получил. Нет, мне нужно что-то, что стреляет. Я не... Сжечь их! Ой-ой-ой! Открыть огонь! Так. Еще разок. Ножки. Ножки картошки. Опаньки. Вот и все, осталось только. Надо этими придурками погониться. Кстати, можно вот так вот, отражая, и этого уничтожить. Пушку.
конечно, если хотите, если есть желание у вас. Опаньки, броню мои поснесли. Ладно. Что у нас здесь есть? Ой, броня вот как раз и обратно становится. Вот здесь вот еще один должен быть. Ха, сверху, давай, спрыгивай, где он? Заканчивайте свою работу. Это нашей программы. Нет? Ладно. Да. Да. И последний. Это похоже на штурмовые корабли, и кажется, они обступают его для маленького путешествия. Для маленького путешествия. Сейчас не предстоит. Давайте, схватка. Где схватка? Где еще? Вот еще есть. Корабли. Не понял, не, подождите. Так. Здесь я уже. Поэтому для чего-то сделали. Куда мне? Оператор, что ли, туда? Что-то я не маленько недопонимаю, куда мне тут. Нету никого. А, вот. Противник. Все. Быстрый какой-то противник, ну ладно. Это не противник, а противник какой-то был. Теперь сюда. Хорошо. Давайте осмотримся, глядимся. Мы прибыли сюда. Отсюда больше. Так. То, что я вышел, правильно вышел. Дверей больше не вижу. Один вход, один выход. Никого нет. Опа. Все, спускаемся вниз. Под веселую какую-нибудь песенку. Ла-ла-ла-игу. И. Надо на. Ага. Не все так просто. Сила приведет тебя ко мне. Ну, привела. Но тебе-то это не помогло. Опаньки. Я же говорил, что я был лучшим в те года. За 2 минуты 28 убийств набирал. И это среди джедаев только. Когда между собой сражались. Так. Ну-ка, еще ворота есть какие-нибудь? Так, пока я ищу ворота, вы можете подписаться на мой канал, поставить лайки и оставить ваши комментарии. Да. И, кстати, хочу услышать ваше мнение по поводу четвертого видео, которое я делал. Ух ты, для вас специально. Сила приведет тебя ко мне. Приведет тебя ко мне. Да. Давай. Давай, второй. Второй. Всего лишь пятачок потратил. Какой я красавчик. Теперь. Блин. Давай. Если ты думаешь, что я буду жалеть на этом. Нет. Так. Так долго я буду гасить-то тебя, или что? Ты вообще собираешься умирать? Ты вообще смертное существо. Фу.
Так, мне такой расклад не нужен, я сделаю по-другому. Я вот так. Опаньки, пробегу. Так, у меня здесь есть какие-нибудь? Вот так. Давай сюда, сюда. Опа, 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 опа. Тихо, тихо, еще разок. Ты можешь обойти? Еще разок. И давай вот так вот. Мы даже повысим. А, мы не можем еще пока повысить. Да. Вот, блин. Попал. Давай. Я уверен, что тебе осталось немножко. Где-то кто-то еще остался. Подождем. И блин. Да не сзади. Нифига не так. Я вот тебя не звал. Не звал я вас. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Блин. Ты сможешь обойти? Нормально, я тебя покромсал. Так-то, по идее, ты сдохнуть должен был уже раз 10. Гребаный индюк. Отдыхает, падла. Кто тут против меня замышлял? Плохое, так. Не дай бог в этих яйцах, они опять вылупятся там. Назад. Ой. Сжечь. Сжечь. Ты сможешь обойти? Как мне тебя прибить-то еще? Так.
Вот так. Вот так. Вот так я тебя прибил. Ха-ха-ха. Обыграл. Переиграл. И... Опаньки. Да. Дебилушка. Сначала посмотрим наверху. Потому что мне кажется, что мне надо вниз, по идее. Но наверху у нас что-то есть. Так. Тут для боеприпасов. О, все забрал. Видимо, сильно нужны были. Так, смогу я перепрыгнуть? Нет, не смогу. Теперь сюда. Смогу я? Ой-ой-ой-ой, не падай. Как понимаю, боеприпасы я пополнил все, которые у меня только можно было быть. Оттуда мы пришли. Сюда нам не надо. Здесь у нас мины. Так. А здесь, опа, я, оружие. Оружие мне не надо. Мне надо броню. Броня с этой стороны. Так, смотрим, где у нас бомбы. Так, набираемся. Ну, в принципе, планета, я так думаю, скоро закончится. Это мое мнение. Ой, это не планета, прошу прощения, это астероид. Вот сюда мне. Все. Можно было, блин, и не гасить их.